Так, это дальше, чем было, намного дальше. Давайте проверим. Да она взорвет ее еще. Ого, вон. Вот это неплохо, она разносит. Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Серега, Dark Dragon. Пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Здорово, бояре! Сегодня мы играем очень крутую игру, называется Scrap Mechanic, и будем смотреть музыкальные постройки. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну что, ребята, напишите в конце ролика, какая же больше всех постройка вам понравилась. Серега, ты умеешь на ней играть? Да, вот сначала включаю так. Это. Так. Затем биты. Опа! Нормально. Давайте, ребятушки, сделаю погромче, чтобы прям вы уловили. Давайте 32 сделаем, чтобы прям погромче было. О, я вижу, нормально. Я это знаю. Так, а можно я немножко поиграю? Конечно. Ага, это что у нас? А, вот так можно, типа, вступление, и погнали. Да. Давай, 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 наяривая ручки вверх, ребята. Танцуем, развлекаемся. У-у-у-у. Сегодня у нас дискотека. В принципе, это не так уж и близко. Давайте посмотрим, разнесет или нет. Просто говно, вообще ни о чем. Уго, на куски разорвало. Ну что, Серега, давай вторую постройку. Следующая построечка сейчас будет. Давай. Это у нас... Давайте потом пули прилетят, если я так вверх постреляю. Мне интересно. О, это что-то интересное. С другой стороны, Дим. О, это рафт. Ну-ка. Это с рафта крючок. А ты смотри на акулу. На акулу смотри. Сейчас будет. Смотрим. Офигеть. О, это музыку знаю. Та-та-ра-та-та-та. И акула двигается еще так. А что, ты можешь еще понажимать? Нет, только это. Блин, ничего не нажимается. Ха-ха-ха, акула тун-тун. Не, ну это прикольно тоже. Ну вот один минус, что это просто как бы музыка, да? Но ничего ты не можешь ей поделать. Да. Прям громковатая, знаешь, что слышно? Ну ничего, давайте увеличим, посмотрим радиус вот этой бомбы. Давайте, сейчас, подожди, вот так вот поставим. Мне кажется, это уже дальше, чем было. Где бомба? Уничтожила. Но эта бомба очень мощная. Это получается у нас бомба для сбрасывания самолета. О, прям похоже на мафон. Кстати, эту постройку ни разу не видел. Это что-то новенькое? Да. А ну-ка. Что там разнобой? А, надо их правильно уметь включить в тему. Давай я включу, Серега. Погоди, погоди. Вот сейчас. О, уже похоже. Музыка идет. Так. Колонки врубили по углу. Прикольно, прикольно звучит. А тут еще вот кнопки есть. Прям голоса. Да, прикольно, да, закончилось? Что-то такое интересное получилось. Так, проверяем эту бомбу еще на радиус. Давайте прям далеко поставим. Так, это дальше, чем было, намного дальше. Давайте проверим. Да, она взорвет ее еще. Ого, вот это неплохо, она разносит. Кстати, кто помнит, что раньше в Scrap Mechanic карта плоская была, это реально плоская. А теперь добавили растительность. Давай, Серега, у нас... Четвертая получается, давай. Я как кузнечик в траве сижу. Так. Серега, давай, показывай, как на ней играть, на этой балалайке. Вот кнопочка есть здесь. Давай. Давайте ее прослушаем, все-таки интересная постройка. Не зря, что делал разработчик. А это бета-версия, это недоделанная. В чем прикол? Ну уже классная игра. Она еще больше будет. А ну будет у нее припев? Подожди чуть-чуть. Добавляется, да, разные звуки? Да. Прям сложно у него, смотрите, тут конструкция.
Сейчас будет. Давай, ты думаешь? Ты слушал ее? Да, да. Ну что, ребята, давайте, ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И... А, уже пошел. Да. Офигенная постройка. Проверяем радиус бомбы. Серега, как ты думаешь, на каком радиусе оно не достанет до постройки? Ну, мы уже где-то в 20 вот так, да? метров от нее. Давай. Проверяем, ребята. Уничтожила, уничтожила. Я думаю, что 50 метров точно радиус у этой бомбы есть. Давай, Сережка, что у тебя там еще и запасено? Сейчас. Сереги, прикольные вещи. Как у тебя, как я себе скин сделал? Нормальный? Четкий. Нажимай. Seven Nation Army. Ну, такая маленькая играет. Ну, представь, он запихнул, там где-то 40 блоков в одном блоке. Как у меня. Красава, ну я вижу. У вас тоже, да, немножко текстурки подлагивают, да? Да, да, это вот, вылезают другие блоки. А это ты поставил другая какая-то? Да. Это краб, это... О, прикольно. Тоже маленький. Не тот же разработчик случайно? Да. Уничтожаем все вокруг. Ой, кислая мина. Отлично. Да, это водная мина получается у нас. Она тоже жахает. Сейчас поставлю кое-что побольше, Дим. Давай, Серега, я отойду подальше даже, чтобы посмотреть на эту красоту. Ого! Давай. Блин, ну это знакомая мелодия, что-то из популярных, что-то современных, вот. Да. У меня даже глаз прослезился. Это клип, знаешь, кое-какой, Дим, где пацаны на великах гоняют таких мелких. А потом он ломает, типа, ногу, да, лишается, и дальше восстанавливается? Не. Не? Есть такой клип. Прикольная музычка, прям классно сделана. Вот люди, да, фантазеры? Фантазер. О, так прям громко, когда я камеру повернул. Серега, кстати, ребята, очень старался, чтобы накачать эти музыкальные постройки и показать вам, что Серега молодец у нас в этом ролике. Весь день убил. Да, еще будет нормально играть. Слушай, сейчас еще же будет репев. А, получается, на вот это, что на картинке, да, на этих великах они гоняют там. Да, да, да. Кто-то опускает, поднимает этот подставку. О, прикольный припевчик. Я знаю, как эта же песня называется, ну пусть напишут в комментах. Классно сделано. Представляешь, сколько времени ушло на эту постройку? Конечно. И на расстановку всего вот этого. Так, ну что, ребята, давайте, Серега нам приготовил что-то еще. Какие-то биты крутые. Это ого. Вот мегалование уже доделанное. Уже полноценное, да? Да. Ну ты смотри, сколько тут блоков. А нажимай кто-то один, погоди, давайте. Погоди. Надо найти... Во, ладно. Дим, ты, кажись, нашел. Ого, тут наклацал кто-то. Мегалование сломано. Ого, Серега приготовил еще одну классную постройку. Просто обалденную. Бежим. Смотрите, как картинку классно сделали. Это Мерлин Мэнсон за спиной или что? Мне показал? Нет, показалось. Так. А вот это я не знаю, кстати, кто это. Мерли Мэнсон. Сейчас будем смотреть. Так, удалил. Сел. Ну что, пацаны, вы готовы? Да. Поехали. 3, 2, 1.
Play. Да, это Мэрилин Мэнсон. Вы эту песню сейчас узнаете, надеюсь. О, да. Не? Не, что-то. Не узнаете? Я тоже. Кто его помнит? Ты что, сложная композиция? Разработчику респект. И вверху, и внизу. Кто это сделал? Че, не угадываете, пацаны? Не, вообще трудно. Ну это старая композиция, поэтому вы ее не знаете. Если бы ты ее услышал в оригинале, ты бы офигел, то вы ее по-любому знаете, просто вы не можете угадать. А я вот после ролика послушаю. А, ты хитрый. Может, я тоже послушаю. Прикольно сделано. Столько гемора делает автор. Тогда... Сколько времени, сколько это надо было расставлять все. Вот сам этот механизм надо было выставить правильно. Ничего, едем нормально. Офигеть, тут он запарился. А, уже концовочка скоро. Ребятушки, чуть-чуть. Сейчас концовочка будет. Нормально. Да. Сложно. Но четко. Один. Нет песни. Такой интересный у автора. Так. Вот здесь есть проход. Что-то интересное, давай. Music Box называется. Ого. И вот. Диджеевский пульт. Давай, Серега, делай музыку, мы послушаем. Вау. Крутится. А ну-ка. Что-то песня знакомая. О, офигенно. Я сейчас угадаю, откуда я знаю. Вот тоже что-то знакомое. Непонятно, но очень интересно. Но что знакомое? Сейчас, сейчас. Прикольно. А, это тоже старенькая песня. Я думал, вообще это с Черепашек-ниндзя было начало похоже. А ты знаешь, откуда это? Не, сам пытаюсь понять. Здесь кнопки есть. А ну понажимаем давай. Ага. Не, они тут заскриптовано все уже. А, я понял, что эти кнопки некоторые делают. Так, так, так. Все заново началось. Ну, взрывай. Прощай, постройка. У меня есть еще одна интересная постройка. Давай, давай. Понравится. Давай. Все показывай нам, все показывай. Вот здесь есть кнопка, Дим, нажимай на кнопку с этой стороны. О, я помню эту песню. О, я знаю, откуда это. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке и в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.